Видишь, мы приехали, и Ром сразу рыбу втащил. От нас рыба вот же он, родненький. От нас рыба появляется. Слушай, ну отличное место вы нашли, прям шикарное, да? 4 часа езды и пропали черви, кстати. Ради трофея можно потерпеть. Понял, что говорит? Ради трофея можно потерпеть. Это новый девиз. Ради трофея можно потерпеть. Да. А вот тут что, там тоже перебирались. Покажи, на этом? Кабанью тропу. Нам кабанью тропу не нужна. Папа, точно, ох, какая шикарная. Даже есть там видео. Шикарная поляночка, вообще просто шикарнейшая, да, поляночка вообще шикарнейшая. И дров, наверное, много здесь, да? На лодке плавать. Грибов много. Грибов много. Вон, видишь, белые какие растут. Вон, смотри, какие грибы. Я всех приветствую на канале Мечта Охотника. Всем, кто смотрит меня, всем, кто зашел на канал. Кстати, кто зашел на канал, подпишитесь, поставьте лайк к этому видео. Посмотрите предыдущий видос, очень интересная рыбалка была. Вот. Мы опять выехали на рыбалку. Да, Тём? Угу. Мы на Дон. Опять с ночевкой. Так, Машка, уйди отсюда. Короче, погода такая. Было сегодня 35 в тени. Жарища. Говорят, рыба не ловится. Поэтому мы даже не знаем, что поймаем. Ну, как обычно, наша цель – трофейный сазан. Но здесь появилась мошка, хотя на Дону это редкость комары, но комары от них никуда не деться. Мошка, конечно, пока не напряжена, но она есть. Парни приехали чуть пораньше на одной машине, заняли место, нашли это место. Мы чуть попозже примкнули к ним. Место шикарное. Здесь такой лесочек. Тём, место хорошее? Да, нормально. Здесь такая поляночка, лесочек. Только я боюсь тут шмелей, змей. Шмелей боишься? И клещей боишься? Ну так не ходи по кустам, не будет клещей. А шмелей отгоняй. Папа, шмели меня цапнут за руку и улетят довольные. Да? А я буду недовольный. Да, у нас вход у меня вот здесь, Тёма. Ты тогда сам край заноси. Стоп. Вот так он. Вот. Вот так мы поставим ее, да? Угу. Так поставим ее. Вход здесь сделаем. Ну что, мы расположились. Шатер на месте, палатки стоят. И у Рома, походу, клюет. Ага, ага. Поклевочка. Папа, а мы же на одного сазана, то есть когда словим сазана, тогда и уедем. Сегодня паром не работает уже. Это рыбаки. Стол накрыли, не клюет, едят. Все у нас тут вот есть. Сейчас поедим. На значит... голодного ничего не ловится. Да, сейчас только поедим. Только караси. Поедим, сразу и будет ловиться. Один карась. Поедим, сразу будет ловиться? Угу. Что у нас тут? Все по-босяцки. Вот картошка, все амуры, яички вареные. Щуки. Картошечка, огурчики, сальцы. Папа, все хочешь, как положено. Чтобы были амуры? Да. И поймаем щуки сегодня? А щуки хочешь? Щуки не здесь будем ловить, в другом месте поедем. Короче, едим. Перекусили, удочки закинуты. Слушай, поднесло, правда, да? Ну да, такая это у нас что? Это, кстати, не снесло. Ложимся спать, папа меня закулачил. Что сделал? Закулачил. Айс. Вот так в спальник закутал. Закутан. Все, Тёма в спальнике. Что там? Да. Все нормально, запакован ну, ты? Нормально, я запакован. Вот тут надо. Готов к посылке. Посылки готов? Да. Все, я тоже ложусь спать. Завтра попробуем еще ловить, а там дальше посмотрим.
Блин, 8 утра, а на улице уже жара, градусов 30, а может быть уже все 32. Блин, нереально на солнце вообще стоять. Похоже, мы сегодня недолго зимой. Мошка еще появилась. Жарко. Так что рыбалки, похоже, сегодня особо и не будет. Вот, пока я боролся с этой завозной донкой, блин. Толян карася всадил, да? Мастер спорта, что ли, по карасю у нас? Хороший, что ли? О, поклевка, поклевка, онлайн. Онлайн, поклевка, онлайн. Слушай, ну это прямо это, жерех. Ага. Жерех серебристый. Сидит. Черный амур. Звание чемпиона по карасю переходит. Переходящий кубок к Роману. Вот он, пожалуйста. Серебряный карась. Это не душман, кстати, это карась. Толян там что-то тащит прям усердно. Что, мимо? Мимо? Вот так, промахнулась рыба. Бежал, бежал, промахнулась. У Рома поклевка, пока я завтракаю. Да, змея в подсаке лежала. И хер с ней. Ох ты, красавчик-то, а. Занч. Все, я остаюсь. А где он, подсак? Я их ловил, ни разу не поймал. Кто это? Хорош. Ух ты, да ты что, блин? Я говорю, тебе фору дал просто. Красавчик. Кто ты это? Хороший, нормально поборолся. Сом? Сазан. Золотой. Рыжик. О, Толян. Ага, эх, еще потаскай, потаскай. Есть. По чинам меня первый. В этом сезоне? Вообще. Вообще первый? Вообще первый, прикинь. А, ну тогда мы его отпускаем. Не, первый надо отпустить. Я вам сейчас, блядь, отпущу. Смотри, какой красавец. Не, первый надо отпускать. Такой. А бойлку это вообще, малин, смотри, не упусти, блядь. Сейчас дернет. Сейчас дернет и свалит вместе с этим. Как его тебя брать-то? Подсак подними. Пойдем на берег, друг. Да. Оп, осторожно. Давай, давай. Красавчик.
Ну вот. Казан. Научили мы тебя остановить? Да. Никому не рассказываешь, с нами больше не ездишь. Хорошо. 5000 рублей на номер. Номер Сберкарты. Клюет, клюет. Толян, клюет, Толян. Дербань. Нет, Карасевый там это. Вон туда, да? Я сейчас сюда перейду вообще, в принципе. Я сейчас перейду сюда. Можешь отсюда зайти. Карась. Был. Ладно, иди гуляй. Дом маленький все равно. Да. Не успеваю перезакидываться. Здесь минут. Идет, короче, ловля желтой рыбки. Перезакинул спиннинг, жду, блин, тут бежать надо снимать, потому что Билайн в деле. Потому что Билайн онлайн. Что там, нормально? Ну, посильнее, чем тот. Ну-ка, эмоции как у вас, нормально? Да, отлично. Надо просто глянуть на его эмоции, когда он его упустит. Тебе в рот. У него был первый пойман, теперь будет первый упущенный. Потому что Билайн здесь, а Билайн это первый пропущенный. Слушай, его даже не видно, слушай. Хорош. Хорош, хорош. Фрикцион. Фрикцион, что у тебя? У меня веди его. Веди уже, с фрикционом потом разбираться будем. Нет, 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 уходит. Оп, 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 оп. Есть. Слушай. Слушай, нифига себе, это вообще нормальный. Это провод под трешку. Паровозный. Ох. Слушай, ну это трешечка почти. Трешечка. Весы есть? Есть. Есть, сейчас весим на камеру. Толян, отлично, нормально? Отлично, вообще. А как же первый пропущенный от Билайн? Не-не-не. Я что-то не пойму. Что, где тут не срастуха прошла? Это у нас на червонец попал. Что у нас там? Палатку убрали. Остался шатер, идем по лесу гуляем. Рыба у нас не ловится. Ой, да все равно на рыбу. Все равно на рыбу, отдыхаем. Короче, промежуточные итоги. Рома с утреца двух сазанчиков взял, Толик двух взял. У нас ноль. Папа ноль. Папа ноль. Папа вообще не... Вообще не поймал даже карася ни одного, да? Да, он даже не... Он вообще... Бывает и так. Отдыхаем, чуть попозже поедем домой. Жарище невозможное. Сегодня 35 в тени, просто. Июнь, как июнь. В лесу хорошо. Такие поляночки можно встретить. Вообще прям шикарные, да? Птички поют. Хорошо. Ну, поклевка жесточайшая была. Прям оторви. Оторви поводок называется. Не, бойл на месте, прикинь. Не понравилось. Не понравилось. Невкусный, походу, бойл у тебя. Ну что у нас? Я от нуля пока не ушел. Рома садил двух с утра. Довольный, теперь жарит яичницу. Я же говорю, это в прошлый раз фору было, фору не давал. 8 яиц. Ты посчитал? Да, я посчитал. Почему 8? Можете поставить на паузу, посчитать. 8 ребята... целых, а 2 еще раза это разбитых. 10 получается. Ребята, можете... Посчитать, да? Я, конечно, не пробовал. Поставить на паузу видео и посчитать. На паузу поставить видео, посчитать желтки, да? Написать в комментариях. Сколько желтков, да? Рома, а что за чай? Пуэрчик.
дерзкие поклевки после обеда. Я же говорю, дерзкие поклевки после обеда. Дерзкие поклевки после обеда только карась может совершать. Причем не крупный. И был. А, нет, целый. Хорош, хорош, карась. А, нормальный. Хорош. Ну, мы уже жарить не будем, поели яичницу. Контрольный завес. Первый итальянов трофей. О, 3470. 3,5, короче. Огонь. 3450. На, забирай. Закончили рыбалку. Мошка нас съела. На, сухарики свои забирай. Угу. Просто мошка нас съела. Мы, да, короче, валим. Загрузились, помчали. Мусор собрали, все забрали. Женек там опять битком вас. А, нет. Не, а что тут у нас? Сегодня у них нормально. У нас двое всего. Так что такая рыбалка. Даже я уж видел, кстати. Мужа большого. Ну, нормально. Так карася я даже не поймал. Свадьба ужины. Карася я так не поймал. Настроен был на крупного сазана. Бойл 20-й стоял, ждал всего. И так, короче, поклевок у меня и не было. Толян, он двух засандолил. Ей довольный. Первый в жизни. Сазаны 1 на 3,5 почти. Нифига, нормально вообще. Отлично. Отлично. Для так что рыбалка вообще огонь. Рома двух всадил, так что рыбалка в принципе удалась. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Колокольчик, и чтобы не пропустить следующие. Не проматывайте ролики. Всегда, да, смотрите их целиком и до конца, правильно? Да, потому что они очень интересные. Папа сегодня неинтересный. Папа там вообще ничего не говорил. Все, всем пока.